каждый десятый житель нашего города может по праву назвать себя нефтехимиком. И сегодня здесь, в парке, собрались тысячи горожан, чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник – День химика. По традиции для жителей организовали масштабную концертную программу. Сначала перед нижнекамцами выступили местные творческие коллективы. Были и песни на разных языках, и танцы в разных стилях. Кому что по душе. Праздник собрались люди как старших возрастов, так и совсем юных. Для тех, кто много лет работает в Нижнекамск нефтехиме, этот вечер стал поводом освежить воспоминания о прошлом. Ну а некоторые пришли просто повеселиться. Пропустить такое яркое мероприятие попросту невозможно. Раньше отмечали праздник в этом на стадионе нефтехимик. Все вместе, на свежем воздухе. И на стадионе был концерт. Концертная программа, как и сейчас. У моего папы сегодня профессиональный праздник, и я решила прийти, чтобы его поддержать. Ежегодно праздник проходит очень красочно, нарядно. Привлекаются массу ансамблей, и не только нефтехимиков, но и с республики. И хотелось бы всем нефтехимикам пожелать солнечной погоды, всем семьям отметить этот праздник. Может быть, и с коллегами. Всем здоровья! Но все как один ожидали самого главного – начала основной концертной части вечера. Нижнекамцев горячо приветствовали организаторы мероприятия, ведущие медиахолдинга «Нефтехим Медиа». Ну что ж, во-первых, мы бы от всей души хотели поздравить всех нижнекамцев с праздником! С Днем Химика! Позитивом нижнекамцы встретили казанских гостей. Гвоздем программы «Дня химика» стало выступление кавер-группы «Дороти», которая порадовала жителей города музыкальными хитами, современными и прошлых лет. Реакция на выступление не заставила себя ждать. Некоторые нижнекамцы радостно пустились в пляс. Помимо песен и танцев, горожан ожидал большой сюрприз. Перед началом мероприятия гости получили номера газеты «Нефтехимик» для участия в лотерее. Тянуть заветные номерки организаторы праздника позвали участников хоккейной команды «Нефтехимик». Дорогие друзья, сейчас у нас Игорь своей сильной, мощной рукой вытащит 5 счастливых номерков. Пожалуйста, ушки на макушке, внимательно слушайте. Призы были разнообразные. От билетов в батутный клуб до сертификатов на прыжок с парашютом. Номерков было 2000, так что победителей действительно можно назвать настоящими везунчиками. Я чувствую себя уже на седьмом небе. У меня прыжок с парашютом. Такого экстрима я еще, наверное, никогда не испытывала. Спасибо большое. С праздником всех. Помимо концерта, нижнекамцев развлекали и аниматоры, уже знакомые жителям города, артисты на высоких ходулях. Красочным праздником все остались довольны. Мы сегодня вышли на праздник. Все супер, все нам нравится. Все позитивные, веселые. Вообще город весь зеленый, вообще весенний такой. Завершилось грандиозное мероприятие большим салютом. На 5 минут небо над Нижнекамском осветилось яркими огненными цветами. Рушния Валеева, Антон Гребенев, телеканал «Нефтехим».